На улице у нас сильные холода наступили. Хочется что-нибудь тепленького. На рыбалочку не сходишь, никуда дома сидеть тоже не особо хочется. Мы сегодня, друзья, приготовим с вами шурпу в афганском казане. Многие писали мне там про афганский казан, как он будет работать, все что. Сейчас все вам покажу. Для этого нам понадобится лучок. Кольцами все режем. Одно нашего казана. Одну пару штучек лупец хватит. Мясо, друзья, будем использовать лосятину. 4 кусочка мякоти у нас. Обязательно косточку для навара. Удачно мы закрыли лицензию на лося. Так, тарелочка нам не нужна. Так. Еще режем лучок наш. Сразу наше мяско присолим. Морковочка, да, небольшая, потому что много морковки будет сластить. Кусочек небольшой добавим. Так, средненькими кусочками мельчить не будем. Так, добавили морковочки. Перекладываем нашу картошечку.
нас идет два болгарских перчика. Соломочкой порежем. Было вкусненько, ароматно. Я в нем уже, друзья, готовил, уже пару раз делал гороховый суп, очень вкусно получается. И курочку делали. Так, что, друзья, еще чесночка. Мельчить его не будем. Один острый чили перчик. Лаврушечки. Здесь у нас чуть-чуть зиры и кориандра. Еще одного перца молотого. И смесь перцев. Достаточно будет. Еще посолим. Так, и еще добавим лучку. Лишние, друзья, выбираем все, чтобы нам не мешаться потом. Потом все поломим. Так, друзья, теперь надо налить сюда водички. Thank you.
как только появилась водичка сверху, все, больше нам не надо. Проверяем клапана. Друзья, поставили у нас казанчик. Сейчас пока на быстром огне, как клапана заработают, парочек пойдет, убавляем огонь, такой максимум, чуть поменьше максимум, и ждем примерно минут 50. Чуть позже мы с вами встретимся. Ну что, друзья, прошло у нас 55 минут. Казан я уже снял с газа, дал ему остыть. Вот уже. Ну что, открываем, смотрим, что у нас получилось. Горяченький. Ах, запах какой обалденный. Еще один момент, друзья, зеленушечки сейчас мы добавим. Укропчик у нас здесь, петрушечка, чуть-чуть кинзы. Запах пошел. Какой обалденный запах пошел. Ну что, посмотрим, как наше мясо получилось. Мясо отходит, все. Попробуем. Кто кушает, всем приятного аппетита. Попробуем наш бульончик. Получилось все очень вкусненько. Ну что, друзья, вот такие блюда получаются в афганском казане. Ничто не пригорает. 50 минут лосятина разваривается просто, как курица мягенькая. Ну что, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока.